Чебоксарах заканчиваются последние приготовления к командному чемпионату Европы. Сегодня стало известно, за какие награды будут бороться спортсмены. Медали презентовали в столичной администрации. Одним из первых их увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. На смотрины прямиком из литейных цехов. Эта медаль сошла с конвейера самой первой, но всего будет изготовлено более 70 комплектов. На лицевой стороне эмблема чемпионата, на оборотной символ матери-покровительницы. Дизайн медали продумали чебоксарские художники. Примерный вес медали 80 грамм. Она изготовлена из высокопрочного сплава металлов по технологии штамповки. Дизайн награды утверждали в Европейской легкоатлетической ассоциации. До чемпионата Европы планируют изготовить и памятные медали. Значительная часть она вручается в качестве подарков почетным гостям, участникам. Ну вот сейчас возникает эта тема, да, сейчас рассматривает администрация города вопрос о свободной продаже, да. Ну а пока изготавливаются медали, на стадионе Олимпийский продолжается ремонт. Подготовка к чемпионату идет по плану, отмечают представители Европейской ассоциации легкой атлетики. Уже решен вопрос с доставкой иностранных спортсменов. Чебоксарский аэропорт в эти дни примет 5 международных рейсов. И задача была основная, чтобы минимизировать время прохождения границы, таможенного контроля и багажа даже, то есть нюансов было очень много. Ну вот, как Саймон оценивает, вроде мы справились в целом с этими проблемами. Чебоксары сильно продвинулись в подготовке со времен прошлого визита ассоциации. Были вложены большие инвестиции и проведены работы по организации мест для размещения гостей. Продажа билетов уже началась. Их реализуют в концертных кассах Чебоксар, Новочебоксарска и даже Йошкар-Олы. Ну а некоторым горожанам посчастливилось стать обладателями бесплатных билетов. Их вручили победителям массовых стартов и авторам слоганов для болельщиков. На суд жюри поступило огромное количество речевок, но в итоге отобрали только 4 варианта. Посмотри, Европа, русского галопа. Отлично! Организаторы чемпионата ожидают большого накала страстей. За медали будут бороться представители 12 стран. Причем у национальной команды есть все шансы занять первое место. Узнать имена лучших спортсменов чебоксарцы смогут уже 21 июня. Именно тогда на стадионе Олимпийский победителям вручат заветные медали. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.